Глава Калмыкии Батухасиков проконтролировал ход ремонта почтового отделения в поселке Улан-Хол. 3 недели назад давал поручение подрядчику нарастить темп работ. Результат налицо, отметил глава республики. Он поделился, что в рамках программы «Единой России» постепенно будут преобразовываться и другие почтовые отделения Калмыкии. И сельские почтальоны будут работать в комфортных условиях. В этом году будут отремонтированы почтовые отделения в поселках Улан-Хол и Виноградное. Благодаря поддержке партии и правительства Российской Федерации современные и комфортные условия будут созданы для сотрудников почти 30 отделений по всей республике. Кстати, плитку, которой укладывают проходную зону на территории почты, делает местный производитель, подчеркнул Хасиков.